Братишка, если тебе нужен левел или игровая валюта в GTA Online, то тогда заходи в мою группу. Прямо сейчас у нас проходят скидки. И за небольшую сумму ты можешь стать настоящим мультимиллионером. Прокачиваем аккаунты на все платформы. Мы уже прокачали сотни аккаунтов, поэтому заходи и закупайся по полному. Ссылка на группу в описании. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова Донни, и сегодня у нас новенькая серия «Битвы за контейнеры» в GTA 5. Итак, ребята, сегодня мы вместе с Funny Games и с Димкой Федоровым будем случайным образом выбирать себе автомобили. Мы решили вернуть нашу традиционную случайную подборку автомобилей, ну и давайте мы спросим у Алисы номера автомобилей. Назови число от 1 до 500. Число 39. Это у нас Мерс AMG GT. Ну и давайте мы сразу спросим номер второго автомобиля. Назови число от 1 до 500. Выпало число 389. И это у нас Nissan Silvia S13. Ну что, ребят, вот такие сегодня мне выпали тачки и полетели на место сбора. Отдадим их Funny Games, он поставит их в контейнеры. Ребята, полетели. Ну что, ребята, вот мы все и собрались, чтобы заново выбрать контейнеры, поэтому, ребята, полетели. Ууу, Димон, ну это бан. Школьник наглый. Агрошкольник, вот реально, да. Так, ну что, парни, что у вас там с ним по машине выпало? Этот школьник делал свое детство. Что он делал свое детство? Да? Парни, что у вас вообще по машинам, скажите, хорошие, плохие выпали? Прикольные, я бы сказал. Неплохие, да. Давайте с меня сегодня начнем, потому что обычно я последний беру. Так, энники, бенники, ели вареники, энники, бенники, что-то там. Беру второй. Окей, я первый. Давайте, ребята, полетели смотреть, что у нас здесь, что у нас, что, Поршак! О май гад! Да, а тебе моя. А мне моя выпала. А, это Руф, что ли? Это же, это, ну, в смысле, Раф? Это ведь Раф или Поршак обычно? Да, это Раф. Ё-мана. Да, это Раф. Офигенно. У Димона, короче, Nissan S13, да. А у Фани вообще Кадиллак. Офигенно. Окей, ребята, тачки мы получили и полетели на первое испытание. Ну что, ребят, вот и первое испытание Drag Racing. Конечно, сейчас я удивлюсь, если я проиграю, потому что Поршак против таких вот двух машин. Ну фиг его знает. Так, и да, Раф. Опа-на-па-на-па-на. В смысле Кадиллак? Чё? А ничего, что как бы... Чё, но... вы обходите меня по центре? Так, ну ладно, Фанни, мы вроде как с Димоном обходим. Диман, тихо, Диман, спокойно. Диман, спокойно. У меня соточка. Диман, иди нафиг, нет! Брось. Меня старичок обошел по прямой, вы чё? Капец, Слива S13 меня обошла, вы чё? S13? Офигеть. Жестко, пацаны, не ожидал. У меня Кадиллак хорошо стартанул, кстати. Ясненько, у меня, короче, Поршак на восунах, кто бы сомневался. Окей, ребята, записываем баллы, полетели на следующее испытание. Ну что, ребята, вот испытание номер 2 для наших машинок, это спринт-гонка. Конечно, я удивился, что меня Ниссанчик обошел сейчас на драге, но посмотрим, что будет на спринте. Да, на спринте, скорее всего, сейчас тоже, да, будет. Ну, учитывая только, как ты цепляешься, да. По зацепу точно ты должен был меня... порвать. Опа, как много ботов! Вылез. Влез как-то вообще нормально. В смысле? Да ты что творишь-то? Я? Да не ты, а там Кончита на машине, да? Ну типа того, да. О, фига, боты резко направо. А чё вообще? Боты вообще бешеные какие-то. Чё их так много? Чё за... Это не Лос-Анджелес, это какой-то уже Нью-Йорк пошел. Это как в Москве таксист из крайне лево направо, если там увидит руки. Знаете? Да ой, что я ты... проскочил поворот. О, хорош. По красоте. Так, я врезался в бота, к сожалению. Я заговорился на тему такси, что-то как... Ну тут, в принципе, квартальное движение одинаково, без разницы. Ну там меньше поворотов у тебя получилось два раза, как бы. Так-то да. Да. Получается. Да. Я просто направо повернул, а вас... Да, блин, меня бот снес. Блин, Диман, как ты дела? Рассказывай, Диман. Я еду, вроде еду пока, но я не знаю, специально. Фу. Там Альтеза выехала, ну или Лексус. Да ты куда через речку на... Так. Астон Мартин выезжает, овощ. Давай. Там оленьки, да? А оленьки там опять перебегают дорогу, уже типичная ситуация для этого места. Да уйди ты! Вообще Бэмби по дороге бежит. Да, олененок Бэмби. Я говорил, да, про Кадиллак, что у меня хорошо. Не, да, у тебя зацеп очень хороший, у тебя хорошо он идет, очень. Я всех потом собрал просто нафиг. Андрюха тут заходит, смотрю. Андрюха, оу. Давай. Как я, блин, на Поршаке вообще умудряюсь? Давай, наяривай. Так, ну в принципе я-то Фанни догоняю, как бы. Ну я что-то тут провафлил пару. Да, я тебя понял. Блин, я тебя вижу уже, вот еще бы немножко подлиннее была бы трасса. А, это радиовышка, халя вот тут. Да. Блин, ты так близко, ты очень близко ко мне, черт возьми, а.
Зима, зима близко. Ты улетел? Да. Ты улетел, Фаль. Хорош. Я первый. Тормоза говно. Берите керамику от Влада. Я первый. По красоте. Диман, как дела? Да я еду пока. Охранник. Блин, вот нежданчик, я сейчас был по финишу. Ой, ну это бан. Все, я закрыл. Коля, к сожалению, что-то, короче, сегодня не особо. Педали перепутал, она не дотягивает. Ого. Фига, нормально зашел. Окей, пацаны, записываем баллы, полетели на следующее испытание. Ну что, ребят, вот испытание прыжок с трамплина. Ребята, поехали. Скорее всего, Диман сейчас будет самая лучшая максимальная скорость здесь. Мне так кажется, почему-то. Офигеть. Офигеть, у меня сотка. 150. 190. Ну, как бы Диман то уходит от меня потихоньку, да-да-да, уходит. 170. 190 только сейчас. 180 кое-как. 200. Все плохо, пацаны, на Кадиллаке. Сколько, Диман? 230. Нифига себе. Ты застрял для меня, почему точно на месте стоял сейчас, Али? Как это работает? 190. О май гад, я, короче, билборд лечу. Только не билборд, но хотя бы... Капец, я приземлился сейчас вообще. Я рядом с тобой. Здорово, Фанни! Ой, близко, да. Пацаны. А где ты есть? Короче, я в этом. Вот. А, ты, Диман, где? Остановился в магазинчике тут немного. Фига, ты улетел-то нормально, вообще нормально. Нормально, да. Нормально, нормально, да. Вообще легко полетело. Да, я видел. Ну что, ребят, окей, записываем баллы, полетели выбирать новые контейнеры. Ну что, парни, время для вторых контейнеров. Давайте я буду первый. Я хочу третий контейнер. Вот хочу третий. Ну, я тогда первый. Так, что у нас здесь? Что у нас? У меня, короче, банан. У меня банан. О, вот, где мой? У Фани мой, да, скорее всего, МГЖТ. Да, у Фани мой МГЖТ. Окей, пацаны, нифига, звук такой еще нормальненький. Окей, ребят, полетели на первое испытание. Мне кажется, банан такой прикольненький, в принципе. Ну что, ребят, вот и первое испытание для этих машинок. Это у нас дерби. Я уже кидаю Грена, поэтому, пацаны, по взрыву мы стартуем. Два Мерса против Бентли. Ну, фиг его знает. Посмотрим сейчас. Мажор приехал из Барвихи. Так. Чё по Бентли? Что ты за Бентли едешь, не пойму. Мне Бентли не нравится. Оу, чуть не добили. Чуть-чуть не хватило. Давай! У меня неповоротливый Мерседес. Я предлагаю Бентли убрать. Я на поле был. Чё-то они так шлифуют, прям вообще по-дикому на самом деле. Какашка тяжелая. Давай. Выталкивай. Смотри, я его убираю. Выталкивай. Да зачем? Я же Димон уже убирал. Тихо. Ты в принципе Фанни самый легкий здесь, если что. Самая легкая мишень, да? На. Хорошо. Два мужика. Но у меня дороже. Ну у тебя, но она у тебя идет, да. Вообще шансов нет, просто шансов нет. Да, ну что, окей, записываем баллы, ребята, полетели дальше. Погнали. Ну что, ребят, вот испытание съезд с горы Чилиат. Мы кидаем Грену. Так, по взрыву мы стартуем, пацаны, так. И... ждем, верим. У кого лучше... О, как он у меня стартует. Меня догоняет МГДТ, осторожненько. Ой, камушек. Камушек. Тихо. Хорошо убрался. Я это видел. Нет. Нет! Банан, двигайся! Банан! О, спасибо, Фанни! О, все здесь! О, хорошо, на крышу встал, хорошо, поехали дальше, поехали. Фанни, хорош! Фанни, лови! О, спасибо! От души, братан, нормально. Давай, держись, братан, держись на колесах. Такс. Нормальненько, не, пока. Пока вообще по красоте. Блин, пацаны, ну банан вообще хороший. Очень хороший банан. Мне очень нравится, меня догоняет. Нет! Нет! Нет, я буду. Я первый, есть! Есть! А, я может вторым буду хотя бы. Да. Да, второй Диман, не твое испытание, да, как говорится. Явно не мое. Опять же. Диман, ты где есть? Ну, короче, там зацепился в итоге, потом, короче, вроде он поехал, летит. И вот я вроде вернулся. Хорошо, по дереву, да? Окей, ребят, записываем баллы, полетели на смертельную гонку. Ну что, ребят, вот испытание смертельная гонка, я кидаю Грену. У кого там музон такой играет? У Димана? Меня. Нормально, по красоте. На Бентли, мажорный. Так, полетели! О, МГЖТ нормально стартанул, однако, хочу сказать. Птичка, уйди в сторону. Птичка улетела, даже крылья не раскрыла, прикиньте. Просто телепортнулся. Так, а как, куда лететь-то тут? Здесь прямо. О! Оу!
А что так пролетел-то? Давай! Нормально? Фанни, нажимай в 2, Фанни, нажимай в 2. Да, я помню, братан, я помню. Не буду тупить. Так, главное сейчас не выпендриваться. Чисто, ребят, смертельная гонка, ну, понимаете. Да-да-да. Так, осторожненько, едем. Круг, да? второй круг. Вращивай. Я полетел уже. Давай. Ой, ну это бан. Так, а тут сейчас опять подпрыгну. Блин, да? Она вообще офигенно блазит. Да, я вижу, да, нормально. Так, оу. Нормально, притормозил. Меня Фанни обошел в воздухе. Че за фигня, меня Фанни в воздухе обошел. Ну это на грани было, бро. Да. Так, пацаны. Так. Блин, я думал, ты влево пойдешь. Ты че, меня догоняешь? Да. По красоте обошел, да, хорошо. Вообще максималочка лучше. Окей, ребят, записываем баллы, полетели на подсчет. Ну что, ребята, мы посчитали наши баллы, и сегодня такая ситуация. Фанни получает свои 10 баллов, Диман 12, а у меня, ребят, 14. Ебой. Вообще нормально. Конечно, не, ребят, сегодня машинки были очень классные, что Порошак, что Мерс, то есть банан вообще классный. Мне очень понравились. Ребят, если вам такая серия понравилась, то ставьте лайки и в комментариях предлагайте свои варианты, какие машины нам поставить следующую подборку. Всем удачи, ребята, и всем пока-пока.